Привет. Чем занимаешься? Ежедневные звонки по видеосвязи – пока единственная возможность для Фарита Ахмадеева хотя бы на мгновение увидеть младшего сына. На этой неделе 7-летний Карим отправился на лечение в Москву. О страшном диагнозе родители узнали 4 года назад. До 3 лет мы не знали проблем. Был очень подвижный такой, очень рано начал говорить. Потом он стал пассивным таким вот как-то. Все обратились к врачам, но далеко не сразу поставили вот этот самый страшный диагноз. У мальчика нейробластома. Вот уже 4 года постоянное обследование, курсы лучевой и химиотерапии. От этих тяжелых процедур организм ребенка сильно истощен. Вообще он наш герой, он так цепляется за жизнь. Вернуть Карима к нормальной жизни, по мнению медиков, может курс приема европейского препарата. Но для лечения нужно 13 миллионов рублей. Эта сумма неподъемная для семьи Ахмадеевых. В организм вводят препарат, который перестраивает иммунную систему. И нам надо вот этих флаконов 20 штук. Каждый флакон стоит более 1 000 000 рублей. Часть средств уже помогли собрать через Министерство здравоохранения Татарстана и благодаря помощи неравнодушных. Сегодня маленький Карим уже начал курс терапии. Ранний подъем, обход врачей, специалисты, все полностью расписано, наркоза. Но несмотря на страшную болезнь, Карим от своих сверстников отставать не собирается. Плавает в бассейне, играет и с нетерпением ждет своего первого учебного года. И верит, что эта мечта сбудется. Привет всем! Реквизиты для перевода сейчас вы видите на своих экранах. Важна любая сумма. Наталья Мезина, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843-5705-100. Күтілмеген қонақ күттіріп кіне интернет шілтерлеріне де келіп жетті. Қазір бұл фильмнің барлық серияларын тайынлы ру сайтында қорап болады.